За бездействие накажут. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич намерен лично разобраться с каждым случаем бездействия руководства муниципалитетов при возникновении локальных коммунальных аварий. Об этом глава региона написал в своем блоге. Михаил Юревич сообщил, что количество жалоб на его странице растет с каждым днем, пишут жители сельских территорий. Так чесменцы недовольны работой канализационной системы. Карталинцы из-за прорыва водопровода уже несколько дней живут без питьевой воды. В поселке Кварцитный Троицкого района вышла из строя водонапорная вышка. Но самое главное, чем недовольны люди, это бездействие местных властей. В местных администрациях разводят руками, ссылаются на сильные морозы и просят подождать потепления, отмечает губернатор в «Живом журнале». Михаил Юревич также добавил, такие отговорки чиновников недопустимы. Закрывать глаза на беды южноуральцев главы не имеют права. И за каждый подобный случай губернатор строго спросит с чиновников лично.